Привет! Привет! Сегодня мы откроем вот такие масенькие грузовики. Да, мы сегодня распакуем три грузовика разных, да? Да. Велли, от фирмы Велли. А вот это грузовик, который может везить грузы всякие. Песок, камни. Так, строительная техника, да? И даже вот это. Кипятим материалы. Самосвал такой, да? И вот это лесовоз. Это лесовоз такой, да? Так. А вот это машина, которая возит животных. Животных там можно возить. Ну, давай распаковывать. Давай. Какую начнем? Вот это. Это самое интересное. Да? Ну хорошо, давай. Если тебе это самое интересное. Нужны ножницы? Да, вот. Это синие. Да, вот такой грузовичок. Он синий. С прицепом, да? Тягач с прицепом. Если ты вот так пустишь, то он становится голубым. Так. Сейчас мы тут отрежем. А дальше я сам. Ну давай, дальше ты сам. Получается? Вот. Давай я эти уберу чуть-чуть подальше, чтобы тебе не мешали. Вот, я уже достала. Так, коробочка пустая. Мы ее уберем. Вот. Вот она какая. О, даже открывается. Там даже открывается. Здорово. Помочь тебе? Там она снимается даже, да? Да, чтобы легче животным заходить. Да, правильно, чтобы животные могли заходить туда. Так. Так, прицеп снимается, да? Да, и вставляется. И вставляется, так. И тягач вот так крутится. Вон как он ездит хорошо, да? И назад. И а покажи, как сзади открывается. Вот. Вот. Так. Это снимается. Да, это такой заборчик, чтобы животные не убежали, да? Да. А вот это открывается, то животные заходили. Интересно. А вот это заборчик. Как он вставляется? Ну давай я. Давай я вставлю. Смотри, вот там это горелка. Вот. Это штучка вся. Подставка есть там, да, у прицепа? Там стоял. Да, если снимаешь прицеп, чтобы он мог стоять, да? Да, чтобы он не падал. Да, ну отцепи прицеп и поставь на подножку. На подножку? Это называется подножка? Да, вот он стоит, да? Не падает. Не падает. Так. И заборчик ты хочешь поставить, да? Да. Назад. Давай я тебе помогу. Я покажу, как сделать. У прицепа вот такая есть дверца. Вот так она снимается. И есть еще заборчик, да? Он да. Тоже снимается. Его можно вдеть обратно. Вот это не поднимается, а? Нет. Это для животных. Она не должна подниматься. Нет, она не поднимается. Вот он такой. Да. Видишь? Да. Смотри. Так, а давай посмотрим, что за тягач. Смотри, у нас есть. Это тут дождяк Мерседес. Это тягач Мерседес. Вот. Да, правильно. А вот это спойлер. А это спойлер у него наверху, да? Если
если ветер дует, то вот это защищает, то грузовик может ехать легче. Легче, да, чтобы грузовику легче ехалось. Так. Смотри, вот грузовика, у него косые сильные. Тут белая, тут красная. Правильно. Вот такой тягач у нас, Мерседес. Даниэль говорит, что это спойлер. Правильно? Да. Как машина гоночная. Как у гоночных машин, да? Вот так. Как она только быстрая. У него на кабине, да? Да. И Даниэль правильно сказал, что этот спойлер для того, чтобы ветер рассеивался, да, Даниэль? То ветер перестал дуть. Чтобы он рассеивался, да, когда едет машина ветер быстро. Перестал дуть. И чтобы машине было легче ехать, да? Да, я правильно сказал. Да. Давай и посадим сюда животных, а потом куда-то отвезем зоопарк. Куда-то на ферму их можно отвезти, да? Да. А что за животные у тебя? Есть у нас осадка с тут белым. С белой гривой, да? Так, одна лошадка есть. Есть еще она лама. Лама у тебя есть. И еще? Еще одна лошадка, да? Ну давай, грузи вот своих лошадок. Грузи лошадок. Так, что у тебя там? У меня есть травка и животные, и даже вот этот. Садовница, да? Садовница. Или фермерша, да? Это тоже травка. Тоже. У нее в руках тоже была травка, да? Да. И что она сейчас делает? Она села, отдыхает? Нет, она смотрит. А, она смотрит, как лошадки кушают травку, да? Да. А лама не хочет кушать травку? Нет, она голодная. Так, сейчас лама будет кушать. Осадки не доели, оставили ламе покушать, да, и она тоже пошла и кушает, вот она кушает травку. А теперь она не голодная, не голодная теперь, они могут отправляться в путь. Так. Приехал грузовик за ними, да? Да. И куда их отвезут, на другую ферму? На другую ферму. Так. Что снял бортики у грузовика? Но они снимаются правильно. Но они нам нужны, Даниэль. Их нужно поставить обратно? Нет, не нужно. А то животные могут выпасть, когда машина будет ехать. Гонки. Можно сделать гонки? Да. Что за гонки можно сделать? То первый довезет до вот. Да, вот это до прицепа, да? Они начали до тампли, например, а потом ага. Сюда прыгнули. Вот как интересно Даниэль придумал, да? Настал ты, Маня. Марш! Так. Тык-т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 ык
потом лошадка бежит. Тык-тык-тык-тык-тык. Уже нету уже места. Нету для другой лошадки места? Так-так. Они выпадают. Конечно, они могут сбежать оттуда, поэтому... Выпадают. Выпадают даже. Так нужно обязательно поставить заборчик, да? На грузовичок. Обязательно. Заборчик мы установили, так, я Даниэль? Я убираю вот листья. А, ты травку убираешь, да? Чтобы никто не потерял травку.
Так, эта травка нам пригодится. Ее можно будет положить в прицеп, где да. будут животные, да, чтобы они еще кушали. Да. Если будут долго ехать, они проголодаются, а так они смогут кушать, да? Так, прицеп уже готов. Животных можно грузить, да? Да. Так, Даниэль грузит ламу. Лама пошла. Вон какая умница. Так. Теперь лошадка пошла, да? Когда она его так стучит, если она его так... Да, так. Так, поставь около ламы, чтобы поместилась вторая лошадка. Вот так. И еще одна лошадка черная, да? Так, все, все поместились. И травку можно им туда положить. Да, травку, то они не проголодались. Чтобы они не проголодались, да. Да. Они будут ехать и кушать. Нет, а там нету места. А ты положи там, где есть место. Сначала закрой. Да. Так. Закрой бортик, молодец. Прицеп закрыт, да? Животные в прицепе. А теперь травку можно им положить, чтобы они кушали правильно. И ведро, то этот фермер не забыл. А, в ведро можно водичку налить, чтобы они еще и пили. Они же хотят пить тоже, да? Да. Так, ведерко туда нужно. Я сюда, на ламу, то она перенесла нам водичку. Лама принесет водичку? Это мама. Мама даже. Так, Даниэль придумал, что это мама. Вот что, какой. Да, вот что у нас получилось. А теперь прицеп нужно цеплять к тягачу, да? Положи ведерко лучше вниз, там, где травка. Вот так. Пусть они кушают и пьют в дороге. Даниэль цепляет прицеп. Все, и уехали животные, да? Пока-пока, животные. Счастливого пути, да? Они будут смотреть на машинки. Как ты распаковываешь, будем... да? Все, они приехали уже на другую ферму. А теперь распаковываем следующие машинки, да? И мы сначала откроем лесовоз. Лесовоз. Ну, давай, открывай. Ну, разрывать. Разорвать там нужно? Так, выходит лесовоз. Коробочка нам не нужна. А вот я достал. Так. Вот он. И что там у нас? Он с бревнами уже, да, Даниэль? Он идет выгружать бревна. Едет выгружать бревна, да? А он тоже Мерседес. Да, тоже Мерседес у нас. Правильно. А давай я его покажу поближе. Дай, пожалуйста. Он сначала сгусит, а потом ты покажешь. Вот такой лесовоз у нас. Бревнами. С бревнами. Вот они тут. Я не нужно снимать. Так, они на изи. Вот такой тягач, Мерседес. Он коричневый, как бревна коричневые. Он коричневый, как бревна, да? Вот тут бревна. Подожди, так. Они тут цепляются, держатся, чтобы не упали. Тут тоже есть подножка для прицепа. Фары какие. Да, прицеп имеет 4 колеса, потому что он везет тяжелые бревна, да? Да. Тяжелый груз. И это тоже есть 4 колеса. Держи. Так, лесовоз поехал. Куда он везет бревна? На лесопилку, да? На лесопилку. Правильно. Вот завод. Вот он привез. Привез, да? Нужно разгружать бревна? Да. Вот так, натянуть. Вот так, натянуть.
Маша, а Женьке не нужны. Так, все, он разгрузил бревна и может ехать, да? А Женьке, если пригодится, надо ехать тебя сюда. Вот, я прицепил сюда, то они не потерялись. Так, и пилку. Лесопилку? Она будет его так развивать. Да, на лесопилке бревна будут чистить и резать там, да? И резать. На вот. Доски. Вот. Вот. А подвигаем колоку их. Давай открывать. Самосвал. Самосвал будем открывать? Ну, давай открывать. Разлетелось все. Вот. Вот еще одна машинка. Самосвал, да? Так, доставай быстрее. Молодец. Вот он какой желтый, да? Да. Смотрите, у него вот так опускается прицеп. Нет, а вот это кузов. Кузов поднимается, да? И вот оттуда... тут открывается, и песок высыпается прямо сюда. Да, здорово, да? Вот. Вот так работает этот прицеп. Он будет нести, и поставить тот бревно, то не было видно. Вот. Вот так. Вот такой тягач у нас он с прицепом. Он может держать вот бревна. Да, он сейчас с бревнами. А вообще? И ваши бревна, кипяти и даже материалы. Да, строительные материалы он может возить. Кирпичи, песок, камни, да, и Даниэль? Даже, и даже бревна. И даже бревна. Вот Даниэль уже его загрузил. Да, у него тоже есть тут подножка такая, да. Чтобы он стоял. И прицеп тоже снимается. Прицеп снимается. Давай, снимайся, прицеп. Как он там снял? Вот он вышел. Да. Так, одно бревно укатилось. Так. Это запасное. Оно, да. Оно тут открывается. И он будет вот так разгружать. Оно на эсовозе. Вот так. Оп. И разгрузил. И вот такой тягач. Там поставил. Это тоже Мерседес. Это тоже Мерседес, да? Да. У нас три грузовика Мерседеса. Да. Это тоже привез мой совоз. Так, он тоже что-то привез. Привез бревна, да? Да. Так, все разгрузил. Вот как он понимает. Фермер кормит ламу, да? Да. Травкой. Лама кушает, да? Да. Она белая. Лама белая, да? Ей нравится травка. Как будто под цвет. Шляпы, да? Угу. Как шляпа у фермерши, да? Да. Лама такая.
Кушает, много кушает. Голодная, да? Да. Теперь лошадка кушает травку, да? Траву. Проголодалась лошадка? Она изнутри кушает. Там мед, и она кушает мед. Там мед есть, да? Она кушает мед. Да, вот какая лошадка, любит мед. Она сокоежка. Сокоежка, вот она что. Теперь другую лошадку кормишь, да? Она тоже любит мед. Смотри, она тоже любит мед. И эта лошадка тоже любит мед, да. Ну что, пора прощаться. Пора прощаться, да? Да. Ну, давай. Давай. Подписывайся на канал. На канал. Пока-пока. До встречи. До встречи в следующем видео. Пока-пока. Пока-пока.